Итак, ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил. Вы находитесь на моем игровом канале «Хардкорное прохождение с Михаилом и только». Это у нас продолжение прохождения игры Resident Evil 2. Оригинал, и, в общем, по счету уже будет серия в общей сумме. Где-то, наверное, уже 12-я серия, и по счету 5-я серия второго сценария Клэр Б. Так, в общем, нас ожидает битва, думаю, скоро с боссом, мне так кажется. С Биркиным, мы, думаю, сразимся, надеюсь, хотя, возможно, что-то я уже позабыл, так. Так, сохранилки скинем пока. Аптечку, думаю, аптечки, конечно, будет заухватиться было. Так. Гранатометный патрон, думаю, все-таки скину. И гранатомет с собой взять, пострелять с него, или с автомата вот это, что ли. Плюс к всему вот этой вот электропушки попробовать его убить, не знаю, может получится по-быстрому. Картомет, конечно, можно сберечь на этого, на финального мистера Икса, вместо того, что все-таки... В общем, не знаю даже. Ладно, пробую все-таки так сделать. Так, арбалет, если что, приберегу. Ладно, так сделаем. Возьму-ка я сейчас... Да-да, так, две смеси, что ли? Вот так вот. Вот так все так оставлю. Будем пробовать все-таки электрическим оружием убить его и вот этим автоматом. А на крайняк арбалет, хотя, конечно, он вряд ли. Может пригодиться, думаю. Так, это пошли шары. Так, ну и все, по-моему, все остальное мы здесь взяли. Угу. То есть, погоди, ключ-то мне... Может мне ключ пригодится-то? Для запуска это-то. Погоди-ка, там часари тогда. Так, 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 где у нас ключ, это был уже шкафчик-то. По-моему, как раз его-то нужно применить-то, использовать-то. Ладно. Тогда вот так оставлю. Да, так сделаю, все. Ну что ж, пошли. Так-то. Вперед. На поиск новых приключений. Тогда отсюда нужно, по-моему. А, хотя... Погоди, ключ из шкафчика. Это я, блин, может, снова забыл, что... Этот ключ не пойдет, по-моему. Да, точно. Ах, я снова улетел с головы. Можно было и взять арбалет. Хотя нет, все равно арбалет-то это все-таки... Блин, эй, ну Шерри, ты где там? Чёрт, деревья? Ты с ней, конечно... Шерри, блин, не отставай от меня. Ну, пошли. Что ты так встаешь-то? Сады, конечно, попроще. Ну ладно, что теперь делать? Сразу сейчас вспоминается Resident Evil 4. Где Леон охранял ту, как там ее звали, то дочь этого президента-то. Забыл уже имя. Там, конечно, с ним больше мучений, мне кажется, было. Ладно, ключ, по-моему, не он все-таки, да. Так, все оставляем. Без арбалета обойдемся пока что. Да, вот ну, Шерри, конечно, да. Маленькая девочка, и понятно, что иногда вот она как бы так вот, мы слишком быстро если убегаем от нее, то она попросту не бежит за нами, а просто вот стоит как вкопанная, прижавшись к земле. Так, все, пошли. Хотя, может, и не будет этого. Может, сейчас я слишком это подготовился не к тому, в общем, забыл все. И битвы никакой не будет с этим. А, вот да, дыра как раз помнится. Видно. Значит, события идут параллельно с сценарием Леона, это ее намек. Так, погоди, а ключ-то вообще бы есть? Может, там вообще-то? Ну и? Так, а мы что даже сделать? Я уже забыл что-то. Блин, что-то я сейчас уж все вылетел с головы. Так, давай-ка. Пробуем сейчас отсюда. Чего? Ну и? Надо, по-моему, от этого. Блин, я не понял что-то. Где ключ-то нам взять надо? По-моему, снизу, что ли, было? Нет? Что-то я не понимаю вообще юмора. Там, по-моему, ключа-то нету. Или там, может, уже ключ есть, нет? Откуда мы его должны запустить? Я вообще тоже подзабыл. Блин, может, я, наоборот, в той комнате... Черт, я подзабыл, конечно, уже. А, вот. Он уже на месте. Блин.
Ах, блядь, черт, я все улетело. Resident Evil 3, по-моему, я даже... Ладно, все. Не волнуйся, просто побудь здесь. Я пойду и проверю. Ну, пошли, проверим. Панель безопасности в случае ЧС сгорится красный сигнал, и доступ снаружи будет закрыт на некоторое время. Но это мы уже знаем. Шерис, что защитит эту дверь? Но мы должны справиться с этой тварью. Ага. Черт, конечно, Resident Evil 3-то я раньше проходил. Намного раньше, чем... Второй уже больше времени прошло с момента прохождения последний раз. Поэтому, наверное, все-таки забыл. Че, погоди, а что, закончил что ли действие? Я что-то не понял. Чё, она перестала стрелять? Или точнее неправильно нажал? Так, ну, погоди, повернись, давай. Он чё, прыгать сейчас будет? Блин, уже как-то. Нифига себе у меня бьёт-то. Ух ты! Блин, нихрена себе, как-то он быстро добивает. Зараза. Вот тебе и да. Как-то он даже, по-моему, попасть не стал. Черт, снова сейчас подохнем. Точнее, снова придется, блин, перепроходить это место. Че, электричество, может, вообще, может, там, не знаю, чем его убить тогда. Так, не то, я не ту карту запустил. Ух, конец игры, конечно, вот. Теперь, как слезами, мы очень подохли. Да, теперь понятно, что надо делать. Так. А, так, ладненько. Арбалет. А ключ нам, в общем, не нужен, так что... Дай-ка я всё-таки побольше птичек возьму. Попробую всё-таки, блин, автоматом, значит, это... Я, может... Не знаю, в общем, конечно, надо близко к себе этого гада не подпускать. Пытаться. Кто... Начинает размахивать этими лопищами. Так, в воде, может там патроны были? Или я подбирал уже там все, по-моему. Прошлой серии, по-моему, здесь я все осматривал уже. Точно, не спускался, да. Так, ну давай, Шерри. Шерри, ну не оставай. Вперед. Так, да, здесь уже все есть. Можно было не бежать. Не волнуйся, просто побудь здесь. Я пойду и проверю. Ну да, пошли. Так, все, я понял, да. Так, чертов этот, блин, мистер Биркин. Мистер Биркин. Суки, это, в общем, чертов сын. Или че, там еще сын. Зараза ты такая.
Чего там? Ох ты, блин! Черт, где он? Слишком быстрый. Да блин! Блин, да блин, да как он? Черт, он не хил, так он бьет у нас. Зараза. Пропусти меня, ублюдок. Конченый. Блин, да кто он слишком? Да блин, ну-ка он. Да ёпси, мопси, давай ты. Какого фига? Да черт дери, вот он. Блин, не давать ему углу за меня зажать. Блин, да чтоб тебя. Да уж ты. Блин, как он опасен-то. Где он там? Неужели готов? Фух, кажется, все, да? Или он еще нет? Он улетел? Что, упрыгал? Марике лужа крови от него осталось. Марико все-таки упрыгал, да? Так, надо же сейчас вернуться будет. А что там, интересно, есть что-нибудь полезное-то? Дай посмотрю просто. Нет, никаких патронов нету, ладно. Побежали назад. Фух, ну хотел, в общем, патронов. Но здесь он, конечно, черт дери, опасен. Даже опаснее, чем у Леона. Сценарий-то. Ну, здесь, конечно, электрическое, это там электрооружие помогло нам все-таки. Внимание, двигатель был остановлен из-за перегрева. Это не... Все в порядке, можешь одеть. Уверена, она защитит тебя. Подожди меня здесь, ладно? Я возвращаюсь, чтобы найти твою маму. Спасибо. Даже если я единственный ребенок в семье, родители уделяли мне очень мало внимания из-за своей работы. Но теперь, когда ты со мной, мне есть на кого положиться. Шерри. Ну да. Прям как будто старшая сестра для нее стала. Так. В том числе. Так, ладно, пошли вперед. На поиски Аннет Биркин. Как бы. Найдем ее или нет? Так, погоди, а че вдруг у нас этот? Где вообще оказались-то? А, может, в другом месте остановились, да, из-за перегрева же. Только надо бы вспомнить еще, где мы должны залезть. Не случайно не там, где я что-то прошел. Ага, да-да-да-да, вот здесь он должен был залезть. Через вентиляцию пролезем. В общем, да, видно, что по сценарию Леона... Отлично, поехал дальше, мистер Шерри. Фигово ситуация. Что там по патронам? Ну, хватает так-то. Мне надо аптечка. Ладно, хотя оружие есть там. Что там говорил-то? Блин, так вообще куда бы идти? Надо понять, где мы еще находимся. Так, карта, ну, там есть какая-нибудь карта? Нет, две двери, конечно, и в итоге не ясно, куда вообще идти. Плюс ко всему, где-то мистер Биг... Это-то, не только мистер Биркин, но и мистер Икс лазит. Тиран местный. По-моему, сюда так-то. Угу. Так, нам нужно вниз, по-моему, будет. Так, место, кажется... Ага, сейчас. Вот и красивый рум, отлично. На этой аптечке две я с тобой оставлю, если что. Так, ну, постреляем пока за этих двух видов оружия. Может, еще аптечку взять, не знаю. Гранатомета пока приберегу. Арбалет оставлю. Или все-таки арбалет скинуть. Чтобы два слота лишних было, так то у меня оружие, что два вида есть. Гранатомет на босса, что будет. Птички запасные, в общем-то, есть. Два спрея, как видно. Так, смеси. Так. Даже три спрея. Ладно. Арбалет все-таки, думаю, правда, ставлю. Что у меня эти два оружия буду использовать. Очень видно, что отличается, в общем-то, на сценарий кардинально от сценария Леона тем, что
Клэр видно, что попадает в другую локацию вообще даже. Не сразу в лабораторию. Так, а вот тут ящика. Погоди-ка, ты не помню. По-моему, тот ящик нужно сдвигать будет. Что-то не помню, что вот тут с этим ящиком что-то надо делать будет. Надо будет его на этот лифт в общем, сдвинуть его. Если я ошибаюсь. Так, тихо. Ну, в общем, конечно, мы сейчас конец пока не можем. Напряг с ним вот, когда мы был с Биркиным, который... Так, это переключатель от лифта, нажмите его, поехали. С Биркиным, конечно, посложнее было, чем с Леоном. У Леона-то. Там он как-то с ним проще будет справиться. Здесь уже, ну, посмотрите, быстро он нас может убить. Нанести просто большое количество ударов и... Так, погоди, по-моему, что я сейчас не сдвину. Так, погоди, как тут его... Мне кажется, неправильно его все-таки... Ладно, сейчас мы сделаем это. Давай наверх. Сейчас его попробую-ка снова туда вот и... Как-то поближе к себе сдвинуть его. Чтобы его как-то сцепить можно было. Блин, честной получается. Так, фигово. Блин, давай наверх, вниз. Вниз. Лежу, блин, как-то его вот не так было подвинуть. Так. Вот так вот. Наверное, сейчас получится, надеюсь. Не придется потом выходить из локации, чтобы заново возвращаться. И ящик вернулся на свое законное место, где он был наверху. О, отлично получилось. Так, давай еще раз сдвинем к его. Так, давай. Теперь вот как тут сюда подъем за один раз. О, по-моему, так пойдет, да? Надеюсь-то. Проверю-ка, получится ли. Мне кажется, все-таки нет. Здесь, может, даже не пройду сейчас. Да? Вот так, ладненько. Нет, все-таки надо еще поближе. Чтобы какая-то щель была, чтобы такого. Давай-ка. Вот так, значит, опять перейдем. Вот так вот сделаем. Вот так вот. И теперь сюда двинем. Подальше немножко, вот так, краешку. Так, поедем. Поехали. Теперь точно, думаю, должны вниз как-то сдвинуть с этого лифта, убрать это. Хотя вот так можно. Ладно, что-то я... Сейчас помню, куда его надо его... Палата. О, записка. Кажется, погоди-ка. По-моему, в другую сторону надо. А, здесь вот сейв-рум. А, сохранялка. Патроны гранатомета. Что-то такое своеобразный сейв-рум, только он, конечно, довольно необычный. Вверху находится ящик, огромный просто, и внизу вот эта вот печатающая машинка. Так, с пишущей лентой. Исследовательский отчет о газе R-Epsilon. Данная информация требует неотложного рассмотрения. Газ R-Epsilon считается универсальным средством уничтожения всего известного БО, биологического оружия. Ввиду этого он используется в качестве меры противодействия в случае распространения БО. Однако данные недавних исследований свидетельствуют о возможных побочных эффектах. R-Epsilon действует путем ослабления клеточных функций БО, однако длительность или многократное воздействие газа может привести к образованию адаптивных антител. Более того, у некоторых видов БО была выявлена способность поглощать R-Epsilon и использовать выделенные из него токсины против внешних угроз. Ввиду этого, к использованию газа R-Epsilon следует прибегать только в самых крайних случаях. Мы настаиваем на переоборудовании системы экстренного распыления газа R-Epsilon. Также мы настаиваем, чтобы данная мера была предпринята как можно скорее. Второй исследовательский отдел – отдел безопасности. Интересно. Так, вот ящик надо, по-моему, двигать в руку. Блин, где, может... Помню, сейчас помню, куда нужно двигать. Где-то, по-моему, нужно будет залезть. Погоди, лифт работает. Сейчас он, надеюсь, не вернет. Вниз, погоди, вниз работает лифт. По-моему, где-то еще ниже надо будет.
Ох ты, блин. Черт тебе дери. Так, энергетическим оружием, конечно. Сколько там тратится, интересно? Ну, нормально так-то. Часть потратили. Так, в общем, сюда нужно двигать-ка тут. Я вот не помню, сейчас. Точно куда-то ящик нужно будет двигать. Похоже, это переключатель, которым можно заключить лифт. А, давайте нажмем. Какой лифт там запустили? Чертовы лизуны. Так, какой интересный лифт тут. Интересно, тот ящик на месте остался. Я его снова сверху не буду сдвигать. А то покинул как бы локацию. Но... Хрен его знает. Потому что нужно, по-моему, вернуться будет назад. Или нет? Так. По-моему, вот как там нужно сейчас наверх залезть. Вот куда нужен ящик-то. Так, ящик где? Блин, он испарился. А, черт. Ладно, давай-ка наверх. Вон наверху, да, зараза. Вот, блин. Черт. Ящик-то нет. Давай-ка, двигай его. Сейчас тут патрон еще надо будет сейчас. Сейчас, конечно, сделаю. Так, патроны гранатометные пока скину. Так, блин, с Эвром надо что-то сидеть, или с этот, сохранялки. Где они это? Вот. Все, пошли. Надеюсь, мы еще на финально... Так, блин. Так, этого сдвинуть еще поближе. Вот, теперь поехали. Теперь нам нужно на ту сторону перебраться. Как-то вот туда вот сдвинуть этот ящик. Так, блин, тихо. Так, отлично, пролезли. Так, так, так. Ну как вот, точно, его сдвинуть? Так, чтобы еще понять это. Так, о. Так, погоди-ка. Сейчас еще подальше подвинуть. Так, я теперь понял. О. Так, вот так вот. И теперь сюда. Вот так вот. Так, теперь вот сюда. Двигаем. Все здесь получится точно. Вот, отлично. Все, должны залезть туда. Должны ведь. О, все. Теперь точно все получится. Так, все, здесь, по-моему, ничего полезного нет. Ладно, пошли. Заперто на двери, надпись силовая. Так, и чё силовая? Какой там лифт в итоге? Блин, я, может, и не... Может, сейчас придет потом еще раз заново двигать все это. Что-то забыл, что-то. Какой лифт в итоге заработал? Ладно-то. Ой, погоди, в какой лифт только заработал? Там кто-то лифт же запустил ведь. Значит, уж нет от лифта, на самом деле. -то. Может, нужно назад вернуться? Это... А это ничего здесь не надо делать, ничего. Потому что еще какой-то рубодер не заходил. А, вот, наверное, лифт заработал, ты черт. Вот это, по-моему, лифт, красота. Слава Таннер потом заработает. Так, без мастер-ключа нельзя открыть путь эвакуации. Так, на лифте-то поехать куда-то могу еще, ведь? Вниз. Черт, вот забыл, конечно,
Что-то помню все равно, что-то уже вылетело головой. Хотя, может, даже к лучшему. Даже будет интереснее проходить. Ничего заметно. Готовы. Какой, блин, это звук такой сильный. 19% осталось. Ладно, пригодится. Против зомби. Сколько там еще? 13, нормально. По 3% нет тратится. На этого каждого, в общем, убийство каждого врага. Так, где-то где шире нас? Так, где руководство? Нет, мне надо патроны взять, гранатомет. Во. 6 хотя бы штук. Птичка есть, вот синяя, зеленая трава. Так, что здесь есть патроны? А, потому что меня не резают, у меня вообще кого брать не хочется, пить патроны пистолетные. Так, что теперь мы должны, в общем, делать? Так. Так, все скинем. Так, это мы пока уберем. Две подпички на всякий случай оставим. Патроны пистолетные, мне кажется, уже даже... Может, конечно, взять с собой пока вот вместо... силовой пока оставить, да, вот этот автомат скинуть. Потом уж пригодится. Так, где пистолет? Так, отлично. Пока вот так вот. Вот так сделаем пока. Так. Что там, сохранялка что ли, еще какая-то лежит? Ага. Сколько мне этих уже сохранялок? Так, блин, не туда я бегу, конечно. Больше здесь ничего нету. Шерри здесь точно нет, так что... Так. Ну, сохраниться пока я не буду. Хотя, конечно, могу подохнуть неожиданно. Здесь придется... Но я буду ребущим более-менее осторожнее проходить. Если только, надеюсь, лизуны потом не появятся. Вот это будет печально. Так, на этом месте мы проехали. Так, нам нужно Аннет Бергин, кого должны найти, да? Так, он как бы... Все равно нужно будет все это предохранитель блин, искать. Шли он же, нашел все. Вот это немножко довольно нелогично. Придется как бы все это исследовать заново. Тут непонятно, вот. Например, вот ключ... Ключ при... Это запуске этого вот лифта, как бы, поезда. Там, в общем, все нормально. А, то есть, помните, будут растения, что ли? Ключ как бы на месте был там, в общем, что Лен уже нашел. А сейчас почему-то вот... Ладно, ладно. Иногда, конечно, нормально. Ох, ты, блин! Да, блин, скотина! Карточку вижу! Красные. Готов, что ли? Да, блин, скотина! Да уж, как его... Да что, деревья, блин? Да охренеть, они просто охренели какие-то, чересчур живучие. Вставать будет, скотина? Падай. Надо все-таки аптечку использовать. Блин, как тут? Мы же покоцали. Записку, по-моему, читали. Так, ключ от лаборатории, ясно. Временная регистрация пользователя. А, вот это, кажется, нужно, да. Квест. Пароль нету, так, да, просто... Ага. Все-таки, блин, надо какой-то... Мне все-таки автомат нужно будет взять. Мораторный журнал безопасности. Меры обеспечения безопасности в случае ЧС. В случае возникновения биологической угрозы, все меры обеспечения безопасности будут касаться подземной транспортной системы. В случае обнаружения каких-либо несоответствий и переправляемом грузе, все материалы будут автоматически перенаправлены из загрузочной зоны к указанному скоростному поезду, а далее изолированы и немедленно уничтожены. Так, по-моему, все это было, уже читал. Так. Чего, блин? А, распределение газа окончено. Так, а где еще должно быть эти ящики, мне кажется. О, арбалетная стрела. Так, а растений здесь нету. Интересно, кто там будет тут? Если туда зарезают. Ну, Лен точно здесь был.
Так, ладно, мне нужно все-таки... Перед тем, как туда лезть, нужно все-таки автомат взять. Ну, или... Нет, арбалет все-таки, конечно. Ну, пистолет точно скину. Там лизуны могут быть. Здесь растения могут быть. В общем, сейчас придется вернуться снова в сейв-рум. Мне что-то уже пока подыхать больше не хочется. За Клэр уже... Блин, 3 смерти уже было. 2 случая с лизунами. 1 случай с этим вот мистером Беркином. Второй, в общем, с ним битвой. Ах, да, сейчас надо будет еще одну печку взять. Не можешь сейчас даже две взять их использовать. Так. Еще пистолет, патроны не быстро кончаются. Арбалет возьму тогда и... Все-таки автомат. Или так, как, блин. Так, вот это взять надо будет. Еще одна отдельная смесь. Вот это. Всех использую, а. Вот так вот. Теперь... Автомат пусть пока не брать, или взять все-таки автомат. Все, пошли. Да, птичка у меня что есть, другая еще есть. Придется в конце, наверное, спрей пользоваться, возможно. Так, а может, надеюсь, хватит. Так, теперь надо идти... Так, куда нам надо идти? Не знаю, с этими растениями, конечно, мы думаем, можно забраться, попробовать. Только поосторожнее тут их убить. Вот этим вот электрическим. Либо вот спуститься в ту комнату, где... Точнее, при... Пока через канализацию, ой, через вентиляцию попасть в ту комнату, где лизуны должны быть. По-моему, дверь у нас закрыта, да, ведь, с той стороны? Ага, заперта изнутри, естественно. Ладно, сходим сейчас к ним. Возьму автомат этот, и его все-таки немножко использую. Так-то, конечно, хочу приберечь его на битву с последним финальным боссом. И гранатомет в том числе. Блин, там лизуны, да, ведь? Зараза, я не хочу с ними сталкиваться. То, блин, да... Блин, все патроны сейчас потрачу. Ну, еще 6%, нормально все. Блин, старик, здоровье. Фигово. Сдохли наконец-то. Горда... Это что тебе? Места не хватает. А, так, а интересно, попаду потом... Блин, кошка, блин, хватит шуметь-то. Блин, ты что делаешь-то? Может, нельзя сделать, а? Ой, как ты вовремя, вот кошка. Так, ладно, продолжаем. Так, черт, гранатомета патроны не возьму, да? Здесь, по-моему, больше-то ничего нет, так что... Ради них только вот. Ну, сохранялки, конечно, мне уже довались этими сохранялками. Ну, сейчас, думаю, мы сможем все-таки через... Эту дверь пройти, ладно, потом забегу. Пока я думаю, разберусь-ка я. Так, все-таки с растениями попробую разобраться. Может, конечно, в другую сторону сходить? Но здесь попроверить надо все бы. А, точно, блин, энергоснабжения, блин, нету. Надо все-таки вначале снова все этот предохранитель. Вот это, конечно, нелогично. Зеленка, он же все сделал. Ладно, например, вот ключ, когда вот отобрались этого поезда, он уже внизу был. То есть слева, я для него уже как бы в лаборатории должен находиться. И плюс к всему, когда он поднялся, ключ уже был там. То есть в этой вот... в том замке, в общем, при помощи которого нужно завести был этот... О, точно уже мы нашли ключ-карту в другом месте. Здесь же, наоборот, предохранителя еще нету. Какого фига? Да блин! Блин, они с меня уже, наверное, отравили, нет? Да нет, где-то по растению-то. Все, закончились, пиздец полный. А что, 1%? 1% же есть. Да... А, блин. Блин, да прицелиться не могу, так оба на стену. Да, блин, падает уже наконец. На вас, блин, все патроны за расходы.
Включай свет. Так. Вот тебе просто оказалось. Так, а здесь что-нибудь есть? Кроме патронов для гранатометных. Может, надо, конечно, возможно, эту карточку-то... силовую, чтобы открыть карточку, нужна, может. Патроны. Теперь, может, патроны сбегать туда. Может, предохранитель-то мы и нам не нужно искать предохранитель-то. Сейчас проверим все. Вспомнить все это придется. Блин, черт, это Клэр. Блин, мимо не беги. Ну, это, конечно, нам не нужно так-то все это делать. Может, потом, хотя может, потом придется делать. Так, ладненько. Так, этому тоже не откроем, потому что нас нету. Ну да, я знаю. Нет энергоснабжения. Так, а сюда сбегать. Вот предохранитель, конечно, мы здесь должны взять. Может, все-таки пройдется все-то. Предохранитель это добывать. Так, здесь, наверное, будет это. Ну да, вот он будет. Блин, у меня места нет, это шуб идея. Погоди, вот это оружие-то на... Что, больше не стреляет, что ли, вообще? Все. Видимо, почему-то 1%, если, блин... А, 1%. 3% на выстрел тратится, точно. Да, интересно, зарядить это оружие можно вообще? Где-нибудь. Все равно придется бежать еще в деревья. Чтобы скинуть его. Чтобы найти, взять этот предохранитель. Потом уже за патроном нужно в том числе. Хотя за патронами надо еще бегать с гранатометными. Или хотя бы захватить. Ох, так, придется побегать. Все-таки возьму там. Сохранялки я брать не буду. Ну, их так полно. Куда мне их тратить? Там, в общем-то, как бы лежат сохранялки в этой комнате. Все что. Но взять их, я думаю, за них бегать повторно не буду. Только надеюсь этих... Да, нету. В общем, здесь есть кого-то сохранялки. Да, ну и взять их не могу, увы, в этом месте вот. Играй за Клэр. Но я, в общем, заново побегать, в общем, за ним бегать не буду, мне их так полно. Вот, ты патрон больше пригодится. Гранатомета, в общем, у нас просто куча, можно даже потом все-таки немножко использовать. Если вот прям патронов не останется больше. Отлично. Сейчас пойдем мы за предохранителем пойдем. Потом сеть вот откроем. Там все исследуем. Этими металлическими дверями. Ну там эти растения будут сразу. С растениями, конечно, убивать придется автоматом убивать. Тогда придется все-таки гранатомет тратить на босса. Так, мне конец серии. Может, конечно, сохраниться сейчас. Вот. Как раз и уровень набежали. Все-таки думаю, 6-я серия будет финальная. Это точно. Мне так кажется. Вот. Так, сейчас мы таски не пока. Да, патроны к гранатомету мне просто завались. Здесь, под 10 тоже. Здесь. Внизу где-нибудь, может, еще есть. Так, это все. Больше уже не пригодится. Ну ладно, в общем. Закончим на этом серию. 5-ю серию. Моего прохождения. Так, я... В общем, заканчиваем на этом. Заканчивается на этом 5-я серия. Моего прохождения сценария 2-го Клэр Б. Игры Resident Evil 2 оригинала. И... В том числе по счету уже в общем... 12-я серия всего прохождения, включая и первый, и второй сценарий. Если видео понравится, поставьте лайк, также оставляйте свои комментарии, а только лишь конструктивную критику, без мата и оскорблений. На этом все. С вами был Михаил, дорогие зрители и подписчики моего канала. Всем удачи, до скорых встреч и всем пока. До скорых встреч.